Благоустройство аллеи меланжистов местные жители добиваются не первый год. Получается это с переменным успехом. После визита главы города появилось ограждение. Транспорт уже не паркуется на газоне. Но превратить излюбленное место отдыха в полноценный сквер и, главное, воплотить давнюю мечту активистов об установке здесь памятника фронтовикам Великой Отечественной войны помогло бы участие территории в программе формирования комфортной городской среды. Это сделать ограждение, клумбы, лавочки около памятника. Это, во-первых, красиво, это память, великая память о Великой Отечественной войне. Ну и, само собой, будет сближать всех нас, жителей. Теперь шанс получить средства на благоустройство аллеи у жителей микрорайона есть. 18 марта в голосовании за формирование городской среды примут участие не только заявленные заранее общественные территории. В анкетах для голосования жители города смогут вписать любой уголок любого микрорайона. Единственное условие – общедоступность территории. Для удобства, в частности, в день голосования организован вот дополнительный лист с перечнем тех объектов, которые, в принципе, у нас подходили под инвентаризацию и были сформированы за все это время, что мы этим занимаемся второй год. Можно просто выразить свое мнение напротив своего объекта, который родной, который нравится. Да, то есть, ну, активность людей в прием предложений вот этот месяц была, ну, скажем, достаточно невысокая. А мы рассчитываем на то, что люди все-таки смогут донести свои пожелания. Проголосовать можно за несколько объектов. После обработки анкет все предложения ивановцев будут рассмотрены. Из 5 территорий, проекты которых официально заявлены и рассмотрены комиссией, выберут один, который реализуют в ближайшем будущем. Предложения по другим объектам для городской администрации будут носить рекомендательный характер. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.